День улыбки мы сегодня отмечаем в потрясающей компании. В эфире Анастасия Фефилова, Станислав Чибриков и представляю уже наших гостей. Доброе утро! Команда КВН называется «Столик», поименно теперь Артем Шалякин, Никита Сивцов, Артем Дроздецкий и Салбон Бальжи Немаев. Ребят, привет! Доброе утро! Да, знаете, с чем я хочу вас поздравить? Вы впервые на 49-м канале. У вас дебют, и мы сегодня вас будем знакомить с нашими телезрителями. Команда «Столик Чилым», все верно? Все правильно, верно. Да. Ну все, еще раз привет, доброе утро и с дебютом. Ура. Спасибо, спасибо. Я знаю, что у вас тоже сегодня праздник. Да. Небольшой, конечно. А кто у вас главный, кто говорит будет? Давай. Сегодня у нас праздник, сегодня наш сокомандник, наш капитан Паша Федотов празднует свадьбу. Сегодня у него свадьба замечательной невесты, которую зовут Аня. Мы хотим поздравить его, пожелать всего вам хорошего, всего наилучшего, и мы обязательно придем к вам. После эфира сразу. Да, мы тоже, конечно, да, присоединяемся, да, с днем свадьбы. Вы тоже придете, да? Постараемся. Сейчас... Вам же нужны хорошие ведущие на свадьбу, да. Мы придем. Вы будете мы плюс один тогда. Да. Ну, а вы извините. Давайте знакомиться. Команда «Столик», Чулые, деревенские парни. Хорошо, о деревенских парнях чуть позже. Столик, Стас. Да, почему столик вообще? Чё к чему? Ну, я думаю, Стас тоже не знаком. Обычно, да, как? Я думал, должны были там чем-то там чулымские бродяги, да? Как в стиле КВН. Чулымские мальчишки. А вы вдруг столик. Я знаю, что есть какая-то история. Столик. На самом деле нету никакой истории крутой. Есть просто Пашина рука нашего капитана, так скажем. Он ударил так по клавиатуре разок. Получилась аббревиатура СДС, учеба ГХС. Вот так уйдем, просто так. Он давай расшифровывать, так как он у нас очень умный парень. Он расшифровал это так. Столик, да столик, что он братству годен, хах, столик, значит. Мы такие... Мы такие, ладно, Паша, круто получилось, значит. И вот с таким названием давай играть первые наши года. А так название какое было? Столик, да, столик, что он братству годен, хах, столик. Вот так расшифровалось. Я представляю, когда он своему сыну или дочке будет имя выбирать тоже. Вот это мальчик, да мальчик, как Илон Маск назовет. Да, в один момент нам запретили почему-то с таким названием выступать. Мы просто столик оставили. А почему? То, что сильно длинное или... Ну, то, что сильно дурацкий, наверное. Если непонятно. А, хорошо. Сколько лет вы существуете? Как вы встретились? Как познакомились? Как вообще возникла, да, команда, решили вдруг? Да, давно ли вы уже на сцене-то? Ну, получается, сколько? Лет 10, наверное. Лет 10, наверное. Во что? Вот тебе серьезно? На нервах? Вместе мы играем, 3 года. Можно уже. Ну как 4. Играем, да? Команда существует 4 или 5 лет. Да, мы по разным командам, получается, играли. И потом вот мы, простые чулымские пацаны, значит, взяли и собрали вот всех тут и решили, чтобы они нам помогали стать известными. Ну, подождите, ну что-то же, откуда-то корни росли, может быть, школьные года, да? Как? Ну да, появилось все со школы КВН вообще. И Александр Валерьевич Загрядский нам помог в этом. Он нас собрал на школе КВН и говорит: играйте, парни, в КВН. То есть он поверил в вас, да? Поверил. Ну, можно сказать так. Можно сказать так. Артем же изначально, вот Артем, он же рэпер был. То есть обычный деревенский рэпер. То есть считал рэпер. Коих много. Да, достаточно. Но пробился, то есть талантом, стал не просто певцом, да, исполнителем, но и актером талантливым. Вот, потом меня подтянули. Артем, вы актер? Да, получается, актер. Потрясающе. Только что узнал. Поэтому он скромничает. Потом я попал в команду, потом наш друг Никита, совершенно случайно. Ну и потом уже Салбон Бальжинимаев. То есть и таким образом вы сейчас все оказались уже на большой сцене, да, если не ошибаюсь? Да. Вроде бы как начинали все шутя, да, можно сказать, а сейчас уже готовитесь к 1/4 лиге, к 1/2? К полуфиналу, получается. К полуфиналу первой лиги. Да, завтра уже выезжаем, кстати. Не скромно сказать, нас даже показывают по телевизору вот в Новосибирске, по 49-му каналу. Да, на самом деле у нас не первый эфир на нашем канале. Ну да, я как услышала, что вы более-менее стали известными, сразу так, что там со столиком? Да, ребят, а вы все вместе с Чулымы, да? И я знаю, что вы везде, это у вас какая-то фишка, короночка, вы позиционируете себя как деревенские парни. Как изменилась жизнь деревенских парней после 1/4 лиги? Стали ли они городскими? Да. Из города Чулымы.
А город — это поселок городского типа? Это город считается городом, да, 15 тысяч населения, там городообразующие предприятия у нас имеются, масло у нас перерабатывается, отличный свинокомплекс имеется у нас, потом рэп очень хорошо у нас как городообразующее предприятие имеется. Чулым не дремлет. Знаменитый чулымский рэп. А Чулым вообще в курсе, что они таких ребят... Упускают. Москва забирает. Нет, конечно, в курсе. Курсы, про вас пишут газеты. Да. Газеты. Да. Есть подозрение, что газеты пишут только про нас, человек. Но это вряд ли. Не, ну да, и пишут в газетах. У нас есть сколько? 3 эфира в газетах, получается, чулымских. Или как это называется? Аудиогазеты вот эти. Как в «Гарри Поттере», видели? Живые газеты. Хорошо, тогда вернемся, ну, к сцене уже, наконец-то. Ваш имидж, вот тот образ, в котором каждый из вас выступает на сцене, вы сами его придумывали, или вы такие в жизни, или вам распределяли? Ты вот там балагур, ты весельчак, ты... Жизнь, то есть так и есть, да? Так, мы, ну, не знаю, я скажу за всех, что мы считаем, что так и должно быть. Ты должен на сцене транслировать свои мысли, свое мировоззрение и донести до людей это. Если люди согласны с тобой, они это поддерживают, то они будут смеяться, они будут любить, уважать, ценить и что поддерживать, что угодно делать. Зрители все равно подсознательно понимают, что мы настоящие, мы вот такие, типа, мы не играем кого-то. У каждого своя стезя. Например, Салбон вот азиата играет, вот, поверите им, поверите. Обожаю таких героев, правда, честно. Я вообще, я выхожу минуту очень сильно, очень смешно и ухожу, и меня хватает. И все, и то есть за все прибытие в игре вы выходите один раз. А знаете? Ну, именно за один конкурс, да. Покажи вот свой блог, как ты любишь. Вот этот крутой. Какой? Ну, вот звук с коротким миниатюром. Ты же любишь его показывать? Покажи. Похоже. И это как раз снимать одного, может быть. Ну, я выхожу, в общем, целую матерей всех зрителей сначала. Да, выхожу, их целую, затем говорю: привет, ребят, Будда, боже мой, какие вы все здесь красивые собрались. И начинаю рассказывать номера, которые я им предлагаю, а они либо отвергают их, либо принимают. Подождите, это где, на редактуре это происходит? Нет, это прямо на сцене. Я предлагаю ему отыграть это. Он сейчас нужно показывать, а там прям театр одного актера, знаете. И вот люди, ну, влюбляются в этого одного актера и просят еще и еще. Так, получается, что происходит? Я выхожу, говорю: ребят, я принес вам номера. Сейчас только достану, подождите, сейчас достану. На, у меня же в голове все. Так, представьте первую миниатюру, ребят. Случай где-то в роддоме. Ну и стоят две беременные женщины. Одна такая: ой, мне кажется, боксер родится, потому что сильно кулачками там бьет. Вторая такая: мне, походу, нельзя, наверное, эту шутку говорить. Давайте. Я вообще не поняла. Нет, это нормальная шутка. Ну там вроде депутата. Там можно. Да ладно. Ты про таратуре нормально. Ладно, хорошо. Так, итак, случай у роддома. Представьте, у рыбака родился сын. Ну, вот такой есть номер. Только про роддом шутим. Только про роддом. Вот, выходит такой рыбак, подходит к роддому, выходит акушерка, говорит: поздравляю, у вас сын. Дает рыбаку, рыбак берет. Типа, что-то такое здоровое. Берет его за ноги, фотается вот так. Это очень смешно. Я просто недавно видела, как Сомика убивает. Кого убивает? Мне просто родители сказали: Настя, сейчас зайдем в магазин наш любимый, купим рыбы. Я думала, нам сейчас с витрины подадут, а при мне эту рыбу... мама, значит, у меня мама самая такая святая, спокойная женщина, подходит: нам, пожалуйста, Сомика. И, значит, вылавливает Сомика, он там всякого вот так, как вы сейчас тут показали, так. И его бабах, вот так, и я чуть не упала, да. Возьмете Настю в команду? Да, я, наверное, ударил, что вы чуть не упали. Кстати... Про Настю в команду, а девочки, где девочки в команде, да. А они у нас не приживаются почему-то. Принципиально не хотите? Или... У нас было 3 девочки, просто не приживаются. Или 4. То есть они были. Что случилось? Ну, они не могут с нами быть почему-то в команде. Это солдафонский юмор. Они влюбляются? Или... Нет, общаться мы общаемся. Да, мы общаемся, но именно в команде почему-то не получается у нас с девчонками. И именно шутки на девчонок. Ну, у вас сколько бы мужская. Нам проще так, нам так удобнее. То есть юмор все-таки мужское дело, да? Или... Ну, что девчонкам сложно с нами быть в одном помещении, так скажем, когда мы в работе. Потому что нам надо сначала угомониться, а потом уже начать, а они нас угомонить не могут, и все. Так, понятно, вот сейчас угомонитесь буквально на несколько минут, потому что у нас впереди звездный прогноз, новости, прогноз погоды, не переключайтесь.
всем тем, кто только что присоединился, доброе утро. Советую оставаться у экранов, потому что, ну, действительно, сегодня день улыбки соответствует нашим гостям. Да, сегодня у нас в гостях команда КВН «Столик» в составе... «Столик»! Артем Шалякин, Никита Сивцов, Артем Дроздецкий и Салбон Бальжини-Маев. Это я. Да. Ребят, продолжаем говорить об игре. Это маленький вопрос про их начало. Вот когда вы впервые вышли на сцену как команда КВН «Столик», и сейчас вам не стыдно за то, что вы делали тогда в первый раз на сцене? Вот Стасу всегда нужно вот так вот кого-нибудь. Если мы сейчас будем это показывать, то будет, наверное, стыдновато чуть-чуть. То есть по тем временам. По тем временам это было весело, нормально? Да, если вспомнить то, что мы вообще делали в КВН, ну, 10 лет назад, то, конечно, да, стыдновато. Ребят, посмотреть даже стыдновато. Не знаю, у меня сразу было приколдесно все. Нравилось. Смотрите, вопрос, как рождаются актуальные шутки? Вот сейчас актуальная тема, вы знаете, какая-то пандемия. Вопрос, какая самая веселая шутка, вот вы сейчас приехали с 1/4 лиги, да, финала, и какая самая веселая, смешная шутка прозвучала вот на тему пандемии? Причем не обязательно ваша. Да. Это вообще сложный вопрос, потому что многие КВНщики заранее отодвинулись от этой темы, потому что, всем надоело. Да. И так всем надоело. Но про это даже не шутили. Да. Это уже нафталин какой-то. Это ни одной хорошей шутки про пандемию. Но самая смешная шутка не прозвучала вообще. А какая сейчас актуальная тема? Актуальная тема? Да. Все, что происходит. Выборы недавно были актуальненько. Ну, у вас так скажем, Беларусь. Актуальненько. Что-что? Да там что-то. Ну все, что в мире происходит, господи, то и актуально. Сегодня мы на оранжевом утре, а это актуально. То есть будете про это жить. А можете сейчас актуальненько про оранжевое утро? Я вот так люблю, когда... Никита любит вот актуальчики как раз. Нет, ребят, на самом деле я для вас приготовила разминку. Об этом сейчас никто не знает. И я не знаю. Разминка же правильно называется? Да. А кто? Это для капитана команды разминка? Нет, для всей команды. Команда. Значит так, смотрите, да, вы сейчас должны... Вот вы самый сложный конкурс. Друзья, скоро команда «Столик», завтра команда «Столик» отправится в полуфинал. Полуфинал первой лиги Международного союза КВН в городе Уфа. Представляете? Поэтому мы сейчас проверим, насколько они годны к этому полуфиналу. Полуфинал, да? Полуфинал. В общем, я надаю вопросы, должны быть его закончить, но очень весело, чтобы Стас отъехал. Умер, и кто-то из вас придет на мое место работать. Итак, поехали. Стас, я давно хотела тебе сказать. Все? Да. Что было дальше? Да, что было дальше? Просто накидывать. Да. Вы должны очень быстро. Еще раз. Стас, я давно хотела тебе это сказать. Смотри, он напрягся. На самом деле, он постоянно. Начинайте фразу. Ну, я продолжу. Стас, я давно хотела тебе это сказать. Ты приемный ведущий. Отлично, хорошо. Давайте, я вот Артем. Я давно хотела тебе это сказать. По-моему, Артем проиграл. Еще есть ответ? Сейчас. Про роддом что-нибудь. О, давай, сейчас. Стас, я давно хотела тебе это сказать. Ты беременный. А что? Да что ж такое? Все, понял. Я понял. Так, ребята, готовы. Ну, как правило, выходит такое поверье, что, ну, один из самых сложных и не смешных, да, конкурсов, к сожалению, это... Как не смешные? Тут можно на образах выйти. Надо посмотреть. Нет, я не про них. Я говорю вообще. А сейчас этот конкурс почему-то вот и отходит от... Потому что он рисковый. Это либо пан, либо пропал, получается. Конкурс ситуацию делают вот сейчас, задает ситуация, там выставляется реквизит, и вот задают вопросы, и с участием реквизита отвечают. Вот как вот сейчас, господи, у нас получилось, вот вы, получается... Ну, Стас был реквизит. Я был реквизит. Неприемный ведущий, это очень смешно. И вообще я реквизит, это хорошо, мне понравилось. А бывает такое, что прямо вы уже вот перед сценой, ну, за сцену вам выходить, и вдруг какая-то, ну, рождается шутка, и вы ее... Больше скажем, мы иногда в выступлениях оставляем место для такой шутки. Это типа мы называем шутка «место и времени». То есть, например, в каком-то выступлении мы оставим промежуточек, в котором мы можем абсолютно любую шутку вставить, которая вот именно в этом зале родилась. А можно и не вставлять, по сути. Если ее не будет, ничего не изменится. Ну, например, это вот в домашнем задании, к примеру, выходят из кулис два персонажа и просто что-то в проброс говорят. И, ну, если что-то происходит такое интересное, что во время этой игры было запоминающимся, всем актуально.
правильно. С другой командой, например. Возможно, с нами, возможно, с другой командой. Там на разминке, на визитке, на другом конкурсе мы просто вставляем как проброс. Там, а вот там то-то, то-то было, к примеру. И вот такое у нас. Артем стесняется. То есть был случай, как раз он играл роль. Он уходил за кулису, и якобы ему кто-то звонит. И то есть он говорит, алло, мы после какого-то конкурса. И он говорит, мы типа... Да, алло, алло, мам, да. Алло, мам, после разминки первый. И вот так ушел, и все там. Ну так и есть, это вот именно на сцене родилось, получается. Да. А, у вас на сцене это родилось. Она зашла, эта шутка? Это да, самое главное. Да, зашла, да. Зрители сами, они понимают, что это, ну, это они не написали вчера, не позавчера, все, это они все, вот все, сейчас все. Работают. А, импровизация. Да. Ага. Ну и самая лучшая импровизация – это заготовленная, так скажем. А бывает такое, что на репетиции какая-то шутка, вот вы все в повалку были, но это ага, же отлично. Ага, потом перегорает. На сцену выходите, а да, и это, что-то вот не пошло. Это мышь называется. Вот. Да? Да. Да. Это внутренние радости. Когда вот Никита у нас выходит и говорит, я заяц из «Ну погоди», бегает как дурак. Мы от этого веселимся, приносим на редактуру, редакторы смотрят и говорят, ну вы что, совсем что? Это не здоровье. Дратути вот это. Да, вот он бегает вот так вот на сборе. Дратути. Мы веселимся от этого, потому что это наши. Я не веселюсь от этого. Салмон особенно сейчас. Ладно, ребят, давайте сейчас о серьезном. Вы сейчас прибыли с какой игры, куда собираетесь? Это на самом деле очень необходимо обсудить нас сейчас, чтобы все понимали серьезность вашей перспективы, вашей команды. Никита, пожалуйста. Спасибо. Мы приехали с четвертьфинала первой лиги в городе Уфа. Там мы выиграли свою игру. Заняли первое место. Прошли дальше напрямую. Вау! Спасибо. И теперь нам предстоит полуфинал, который будет 10 октября в Уфе, в конгресс-холле Таратау. Не знаю, здесь можно про это говорить. Топ-тей. Топ-тей, да. По-английски топ-атей написано. Вот. Но иногда так складываются дела, что не все команды, ну вообще, мы ладно, но некоторые команды могут не добираться, например. Не доезжают. Да, то есть это намного выше ранг, чем вы играете, например, в городе где-то, в какой-то студенческой лиге, то есть, где вы набираетесь опыта, а там уже идет реализация ваших каких-то качеств. Там уже никаких нет скидок на то, что на они еще молодые, еще, да, там уже все. То есть своими силами, то есть в городе, а дальше уже приходится не то чтобы взаимодействовать, приходится искать какие-то вне источники и вдохновения, и даже, ну, можно сказать, материальные какие-то. Чуть веселее рассказывай, чтобы захватить охоту уже. Вот! И на самом деле нам очень много людей помогает. Мы хотели бы поблагодарить некоторых людей. Мы Наташу хотим поблагодарить за Тонских. Магазин Крипшоп. Они нам помогали с поездкой на четвертьфинал. Вас спонсируют? Не одевали нас. Ну, можно сказать, одевали, да. Это тоже очень хорошая помощь, кстати. Вот. И Игоря Сергеевича Украинцева. Вот, он тоже нам оказывает поддержку. И моральную, и... То есть у вас, подождите, у вас постоянно какого-то партнера нет, который вас всегда, вот вы там. Да, к сожалению, нет. Ищем постоянно. Давайте поможем ребятам, друзья. Дорогие спонсоры, пожалуйста, перед вами молодая талантливая группа «Столик», которые могут вас прославить на всю Россию, не только. Поэтому давайте, не жалейте деньги, помогайте ребятам, они вам отплатят любовью и шутками. Вообще, дорогое это удовольствие играть в КВН? Ну, мы можем привести цифры, конечно, но, скажем так, да. Дорогое. Не дешевое. Не дешевое, да. Это поездки сами? Поездки, билеты? Взносы, продажи билетов. Взносы еще платные. Вот это. Ну, вот. Да. Ну, друзья, ребят, мы за вас. Скажем, пожелаем успехов. У нас в гостях сегодня была команда КВН «Столик». И всех с днем улыбки. С днем улыбки! Спасибо.